видим на какой-то площадке там на скутах каких-то катаются, такие заинтересовались. Раз узнали вот это вот все и начали заниматься вот таким вот, можно сказать, спортом. Мы себя называем скутерами, стритерами. Мне это нравится, поэтому я это люблю, это дело, пытаюсь изучать новые трюки. Бордюры, они должны быть ровные, чтобы на них хорошо было запрыгивать. А дороги, они должны быть хорошие и гладкие. Мы ставим доску и слайдим, трамплины делаем. Похоже, как на трамплин в скейт-парке. В скейт-парке там больше рампы, и там сложнее делать трюки. Называют паркеры людей, которые катаются в скейт-парках, выполняют разные трюки именно в квотерах, там, на подкатах. Каждый выбирает свое направление там, где он хочет. Также различаются самокаты. Для стрита лучше подходит более тяжелый самокат, более контрольный. Вот это барспин и вот это тейлвип. Кто только начал заниматься вот кикскутерингом, я советую просто балансировать как-то, поворачивать руль, контролировать его корпусом. Я хочу вот научиться вип, это когда ты крутишь деку на 360, например. Хочу поставить два випа. Доска должна у вас прокрутиться не один раз это вип, а два раза это два випа. Мне нравится. Есть хорошие парки, где можно погулять. Я Днепру желаю, чтобы многое что-то развивал, новое что-то добавлял. Чтобы у нас появилось больше скейт-парков, больше возможностей, чтобы мы могли делать трюки, прогрессировать.